через мало бы 20 лет я прожила вот в этом доме. И я хочу рассказать о том, как я увидела первый раз обрезку деревьев. Сейчас я вам покажу эти деревья. Немножко пасмурно сегодня, но я думаю, будет видно. Вот видно, как я пилила деревья. Первый раз увидев, это был просто шок для меня. Вот этот пни, не оставшись двухметровый пни. Но прошло время, и весь наш вот проспект красивых, пушистых деревьев. Я не пойму, почему люди так возмущаются, что сейчас проходит варварское спиливание деревьев. Вот, и, кстати, обратите внимание, нету никаких пеньков, то есть это говорит о том, что ни одно дерево не погибло в результате такой обрезки. Все это пошло им только на пользу. А летом очень большое количество тени. Всем спасибо за внимание. Пока.